растерялся и рассеялся, кто там был здесь или нет. Все равно никто не вспомнит дождь и серый, серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы. И скорее вниз, и скорее. Что-то было или не было, поглядела и пришла. И скорее, скорее, скорее я забуду, что я здесь. Crazy baby, но ясно, что baby, папа, да, я же в карусель. И стареешь, 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 видишь из-за двери свет. Слышишь, словно шум прибоя, дарит слезы, дарит сон. Дай мне силы, эскимо. Растерялся и пропал. Кто-то был здесь, что-то не было. Бабам, да, я же в хоровод. И по кругу, по кругу, по кругу видишь из-за двери свет. Слышишь, словно шум прибоя, дарит слезы, дарит сон. Дай мне силы, если можешь. Доброе утро. Уверены? Абсолютно. Ну что ж, вам виднее. Слушай, я тебя все не спрашивала. Ну, а кем ты был до того, как стал? Ну, до того, как случилось. До того, как тебе не повезло в жизни. Ну, я же рассказывал, хоккеистом. Ну, а потом там случилось. На своем самолете я летел, бензин закончился, я в лес упал. Да ладно тебе на своем самолете. Ну мне-то зачем пули отливать? Подожди. Ты правда думаешь, что я этот бомж? Чего я не думаю? Вообще зря спросила. Просто не люблю, когда врут. Поел, я уберу. Не люблю, когда врут. Вранье, значит. А про хоккей и Монреаль я, конечно же, выдумал, чтобы меня в этот поезд впустили, да? А я, ну, скажем там, строитель, шабашник из Беларуси. Вот мне зарплату мне не заплатили, да? Пинками выгнали, и вот рожу мне разбили. Я, конечно же, напился, правильно? Я напился. Документы ту-ту. Нормально? Да, нормально. А то придумал. Самолеты. Вертолеты. Погоди. Подожди. Подожди. Ты знаешь, ты определись, кто ты. Хоккеист ли?
Строитель. Прости. Это, конечно, замечательно, Диана Игоревна. Ума не приложу, как вам это все удалось. Но это всего лишь первый шаг. Или вам не объяснили? Объяснили. Я... Ну вот и замечательно. Подавайте теперь в отдел опеки. Понимаете, я хочу встретить с ней Новый год. Видите ли, эта девочка, телевидение. Тут многие захотели. У нас тут семьи из Швеции, из Дании, из Америки. Вот эта девочка... Актриса. Что? Из семьи. У нее есть и папа, и мама. Знаете что? Вам следует подумать о другом ребенке. Вот от года до четырех это самое замечательное паспорт. Время. Что, простите? Могу я взять паспорт? Да, конечно. Спасибо. А документы? Да поймите вы, но не могла я травмировать психику своих детей. Диана, постойте. Диана. Послушайте, я понимаю, что все это... Диана, вам не нужно. Да, вы правы. Вы правы, не нужно. Бригада. Майна, 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 аккуратненько. Помалу, давай, давай, давай. Оп, хорошо. Ну что, добро пожаловать. Так сказать, милости прошу. Отлично, хорошо. Так. Сюда столик поставим. Так. Елочку. Разумеется. Скамеечки. Коробку шкворными платформе присобачить. Там отверстие есть. А.
Братцы, вы где такие шкурни нарыли? Все магазины исколесил, где найти не могу. Не найдешь. Договоримся. На кой нам эти шкурни? И так нормально. Электродами прикрутим, делов-то. Дуй в магазин. Ты же с нами Новый год праздновать собиралась. Раз собиралась, к маме в Брест поеду. Да, аж на электричке, что ли? На поезд билетов поди не купишь уже. Купишь? Что это Саша обещала достать? А? У нее вроде как на вокзале знакомые есть. Тетя Саша. Только новичонный. Дашенька, паскарт, нижняя боковая. Да нормально, тетя Саша, подойдет. Ой, в третьей кассе на мою фамилию возьмешь. Спасибо. Ох уж эти праздники. Только успевай. Мужики любят, когда повкуснее. За столом все они генералы. Ой, что с тобой сегодня? Ты прям сама не своя. Все нормально. Устала просто. Пластырь есть? Есть. Тихой тьмой и дождем сверху вниз, как валет, я в тебе. На какую группу пойдем? Большую. Хорошо, вот накатаемся. Ну ты чего сегодня такой смурной, а? Точно с нами не идешь? Да нет, у меня тут свое кое-что. Ну и зря. Пожалеешь потом, правда? Мам, мы пошли. Иду, иду. Застегнись, холодно. Да ладно, мам, перестань, маленький. Мам, мы идем. Мы идем, рыбка моя. Максим, который час? 1:30. Да? Все, нет, нет. Ну пошли, а то санки вспотеют. Давайте, давайте. Антонина Андреевна, у меня... Ну, в общем, вы справитесь без меня, если что. Как 2×2. Скоро будем свободны, как птички. Дорежь перчики. Это вкрадчивый дождь твоих губ на виске. Он математику хорошо знает. В хоккей играет. Понимаешь, он лучше всех. Нет, не понимаю. Ты вообще про кого говоришь? Ну, про Макса. Макс? И что? А я тут при чем? Я люблю его, а он любит тебя. Во дела. А вы находите? Вы же знаете, Диана Игоревна, мы вам сказок не рассказываем. Да? А почему? Чем я? Хуже других.
Да, здравствуй. Где? Конечно. Я тоже. Что? Сейчас. Сейчас, одну секунду. Если сейчас индустрия, однозначно ответа на этот вопрос нет, но с другой стороны. Да, конечно. Конечно, приду. В 4. По часами. До встречи. Мужики, мужики, мобильник есть? Очень нужно. Да не бойтесь, вы никуда я не убегу. Здесь буду звонить, меньше минуты займу. Спасибо. Да, да, меняем. Меняем, эту меняем. Говори быстрее, мне некогда. Угу, хорошо. Сейчас, одну секундочку, мне звонят. Одну секунду, подожди. Алло, алло, я слушаю. Алло, алло, Владимирыч? Владимирыч, это я, Денис. Здравствуйте. Какой Денис? Дёня! Чащин? Чащин! Денис, это ты, что ли? Да, да! Ты где, Денис? В поезде! Как у тебя дела? Да неважно! Слушай, Владимирович, ты меня встретить сможешь? Конечно, о чем ты говоришь? Да, говори, говори номер поезда. Какой поезд? 303 был с утра. 303? Да, 303 поезд. Так, хорошо, пишу, вагон. 13-й вагон прибывает вечером, да? Вагон 13. У тебя точно все в порядке? Да, и возьми какую-нибудь одежду. Там брюки, плащ и ботинки обязательно. Хорошо, я тебя обязательно встречу. Спасибо. Все, конец связи, спасибо. Алло, ты слышал? Денис Чащин нашелся. Да, Чащин. Спасибо. Спасибо, мужики. Алло, телевизор, привет! У меня для тебя сенсация есть. Со мной в вагоне едет Чащин.
Ну так в чем проблема? Взял в охапку да повез. В том-то и проблема, что там все нормально. Там семья, муж, двое детей. Что? В смысле? А и что теперь? Не знаю. Вернее, знаю. Хотя нет, не знаю. У твоего брата, если я не ошибаюсь, тоже двое детей, мальчик и девочка. Да. Ну и что? Да ничего. Все верно. Мальчик и девочка. Спасибо, Андрюха. Подожди меня здесь. Привет, Макс. Привет. Ты что же думаешь, что я ничего не понимаю? Я все понимаю. В общем, ко мне сегодня Маша приходила. Макс, просто подумай, и все станет на свои места. С Новым годом! И тебя с Новым годом. Ой, привет. Проходи. Все, не бежать надо. Все будет хорошо. Стало быть, в 10? Я у вас. Хорошо. Все, побежала. До вечера, Антонина Андреевна. Она опасна, все живут, это зная. Я посылаю тебе эти страшные листья. Я опасней, я медленно распадаюсь, еще не зная, кто я тебе, распавшийся на листья своих писем. Она не придет. Она нас любит. Постой!
О! Еще. Дядюшка, может, к нам? Скоро приедем? Ты скоро. Я еще до Бреста. Новый год скоро. Угу. Подарки. Кстати, ты письмо Деду Морозу написала? Нет. Я желание загадала. Сбудется твое желание. Ты откуда знаешь? Сбудется, сбудется. Но то и не сбудется. Денег-то не парься. Мой адвокат твоего Артура на ленточке порежет. Господи. И что же вы, мужики, все как один. Кретины. Ты и вправду полагал, что эта девочка расскажет о своей личной жизни случайным прохожим? Знаешь, как это сложно? Говорить чужим людям о том, кого любишь. Может, вы и трепетесь об этом на каждом углу? Ваше право. А мы не обсуждаем своих любимых на катке. Вы болваны у нас. Здесь и здесь. И что хуже всего, остаетесь там навсегда. И не вытравишь тварей. Все, что нам нужно, это просто хоть немного побыть рядом. Прижаться и забыть обо всем. А когда этого нет, вокруг серая тьма, холод и нечем дышать. Да, она просто действовала. Исходя из ситуации. И сказала то, что они хотели услышать, чтобы отвязались. Все-таки правильно я тебя допросила. Звони ей. Дурень счастливый. Не могу я, номера нет. Это диагноз. Ну тогда беги. Беги, чего сидишь?
отвезти. Ваш билет. Чуть-чуть опаздываем, мы в Борисове нагоним. Так, ваши билеты. Прошу. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. А, с наступающим. Вот так вот, значит, да? Очень хорошо. Борисовый на выход. Новый год в камере встретишь. И корова тоже пускай вещи собирает. Алло, дежурный? Тут у нас образовалось. Послушайте вы. Ну, в общем, как-то так. Полежи, Кобель, полежи. До Минска час с небольшим, выживешь. Ничего с тобой не случится. Кобель, ну, давай, закрывай. Сиди спокойно, не дергайся, понял? Все нормально. Верке ничего не говори, понял? Ничего. Моральная компенсация. Здравствуйте. Здрасте. А Даша Качалина где живет? А вы кто такой? Что вам нужно? А я... Куда? Сейчас. Где Даша? А? Она уехала. Хоть бы не прозевать. В каком вагоне? В 13-м. На вокзал, она уедет сейчас. Поехали! Это вам. Задевая балкон, отмерцали такси, все зеркально кругом, и краплен с давних лет тихой тьмой и дождем, сверху вниз, как валет, я в тебе отражен. У тебя. Дэнни, ой, Дэнни, слушай, это не я их пригласил, честное слово. Так, давай быстренько одеваемся, да, и на перроне машина ждет. Это не я их пригласил, честное слово, не я. Пошли быстрее. Подожди секунду.
Счастливо. Денис! Поехали со мной. Плюй на все и поехали. Никуда я с вами не поеду. Вера, ну неужели ты не понимаешь? Неужели ты не видишь? До свидания, господин Чащин. Удачи в Монреале. Вера. До свидания. Так, давай быстренько одеваемся, да? И на перроне машина ждет. Не в этой же. Отпустите же меня! Подожди, там же машина. Ваше место 47-е. Красивый дождь твоих губ на виске и краплен с давних лет тихой тьмой и дождем сверху вниз, как валет я в тебе отражен. С Новым годом! Это ложная ложь. Молодец. Ну что, моя звезда, пойдем гонорар заплачу. Это да, пошли, ложь. Давай. С Новым годом! Эй, Ди! Ты где? Привет. Знаешь что? Забирай все, что хочешь. И уходи. Подожди, я не понял, как это уходи? Конечно, конечно, солнышко! Ухожу, как скажешь! Давай, быстрее, быстрее. Твой я поезд. У меня нету билета, но это не важно. 100% не важно, давай! Давай, 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 давай! Это важная
А это какой город? Садись, разберемся. С Новым годом, Диана Игоревна. С Новым годом. Эту песню я посвящаю Денису Чащину. Так. Маленькой елочке холодно зимой. При чем тут я? Из лесу елочку взяли мы домой. Много на елочке шариков цветных, розовых пряников, шишек золотых. Держи. Ну, вы молодцы. По-моему, никто без подарка не остался. Все подарки я раздал. Ну что, давайте. Наступающим. Наступающим. Ого. Бригет, откуда? Подарили. Проблемы. Нет, это уже у вас проблемы. Секундочку. Все живут, это знают. Я посылаю тебе эти страшные листья. Новый год. Ну да, вид нерестабельный. А. Вот так. Вилки есть? Минуточку. Еще не знаю. Опа. Будем это делать так. С Новым годом. Годом. Mm.
Тор, кстати, поклонник называйте. Я ничего не имел в виду, правда. Хотите попробовать? Да. А вы играли когда-нибудь в праздник тортика? Нет. Да, уже да. А у вас вот. Вот тут вот. Где? Вот. Где? А у вас нет. Хотите еще тортика? Дяденька, дяденька! Ой, Дед Мороз. Алло. Дмитрий Олегович, 3-го возвращайтесь на работу. С Новым годом. И простите меня. Все в порядке, работает. Спасибо, товарищ Дед Мороз. Странно звучит. Обычно меня называют товарищ генерал. А вы что, генерал? Самый, что ни есть, настоящий. До свидания. Товарищ генерал. Ну давай, давай, Иваныч, тебя ждем. Наливай, наливай. Ну? С Богом! Давайте, мужики. С Новым годом! Все сделали. С новым счастьем. Да. С новыми богатыми клиентами. Гип-гип! Ура! Ура! Молодцы! Хорошо пошло. Иваныч, заешь. Все, всем вставило. Тебе осторожно. Давайте пойдем. Хватай, хватай. Что это происходит? Ты что? Вы чем? Вы чем цепляли? Дворник где? Да вот они. Убиваю, хаты. Люди! Шевели! Шевели ногами! Замок заклинило! Прикажите! Спасите! Стой! 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 Стой!